накапал грязи и уехал. Но Матис, это волшебство. Ребят, стравили резину. Давление, не знаю, единица, может быть, чуть меньше. Это просто фантастика. Это просто фантастика. Как он там вообще проехал, я не знаю. Это бомба. Ну что, ребят, все проехали, а цепи остались, да? Да нет, конечно, проедет. Что тут ехать? Дорожного просвета хватит. Мощи хватит. Внутри. В Матизе кажется, что все сейчас. Мы все умрем. А ламун у тебя соскочила с этого, с крепления. Ага. Не, он и там оторвал. Вот там. Во-во-во-во-во. Крепление. Да он все. Уже нет. Она, кстати, тоже без колеса тебя лежит. Колесо. Ну, не, оно хотя бы это. Так, вот здесь снимаем, да? Тяжело. Ой, Александрович. Ты порог сломал? Что ж ты за смеш-то такой? Ты снял. Блин, а он же там, вон весь. Он еще зон, вон какой-то. Подожди. Ой, там вышел. Жек, не надо! Жек! Ты, может, надо? Да, он уйдет. Она оторвалась. Все, не надо. Зачем? Он здесь зацепляется. Класс. Теперь что делать-то дальше? Пускай, он вместе так? С этой может прокрутить. Ну давай, Вов, крути сбоку. Я не сильно тут где-то рожу. Все, наверное. Ууу! Прямо вот теперь это правильный Матис. Так, надо этот блок куда-то. Едет.
что там, ручей далеко? Нет, сейчас будет, не переживай. А кто тебя так? Тигуан. Тигуан? Да, Кирилл. Давай. Вот что бывает, когда кругом джиперы. И даже Матис выглядит каким-то загоревшим. Даже не знаю теперь, как тебя в Матис сажать. Тихо, тихо, не отпускай, лучше высохнет. Оно лучше высохнет и отряхнет. Сейчас мы тебя назад переселим. Багажник. К этому глушителю. А так вот едет, короче, просто фантастика. Ну сейчас чуть он это самое оклемается немножко. Блин, залили. И проедем дальше. Здесь, в принципе, более-менее нормально. Ну, сейчас посмотрим, как и куда он проедет. Легкий. На луазовской резине. О, сейчас разгон будет брать. Похоже, намечается эпик. Но мы посмотрим. Едет. Оп. Ну, плывет. Ну, в смысле, едет, конечно. Фантастика. А Матис залило. Крошку Матис залило. Опа, похоже, не доехал. Нет, так-то здесь, ребят, не глубоко, но вот помнится, здесь вот прям Тигуан сидел. Кватро проезжало. Не, ни хрена. Сел. УАЗ плывет, выручать. Интересно, а Максим зачем дверь открывает? Чтобы, если что, если начнет тонуть, сразу выпрыгнуть из него? Это вопрос безопасности. На 100 пудов. Чуть-чуть ему разгончик не хватило. Чуть-чуть, да, прям. Ну, он плывет там. У меня... Воды там, словно это... Да еще бы. А квадрик проезжает. Да. Что ты, ёпарасы ты? А? Ну. Отходим. Так, похоже, пора спасать Матис идти.